Дорогие друзья, всем привет. Иногда у нас бывает халтур. Иногда нам дается очень много денег, можно сказать. Кто-то дает 5000, кто-то 4000, кто-то 1000 рублей. Халтур вот такое дело, что можно просто убрать вот все, что здесь есть. Можно почистить и зарабатывать. Есть еще такой халтур. Пришел. Что-нибудь, короче, сделал мастер, ушел, остальные сделают вот халтурщик. У нас был мастер, договаривались, что он должен вот все это сделать, да, что? А он убежал, вот халтурщик откуда-то появился, без дела был дома. Кого дождь не начал? Вот видите, у него работа была, и не ходил, можно сказать, на работу и взял у нас дело. Короче, продолжал сделать. Вот это первый мастер сделал, а второй мастер вот продолжал делать его дело. Я в шоке, почему тогда взял за дело, которое не можешь, да, сделать. Взял, сделай, получи деньги. Иди, да, гуляй, валяй. Дальше. Вот человек сделал дело, сейчас закончит все. Деньги получит, да? Да. Еще 5000 аванс получает, да? Аванс еще 1000 это за корми, чтобы не умер до завтра. А, 1000 рублей еще бонусы, да? Да, бонусы. Вот здесь мы работаем, короче. Месяц сколько зарабатываешь, если хорошо зарабатываешь, да? А если хорошо зарабатываю, не знаю, может, по-вашему, сколько я зарабатываю? 50-40. Такова будет, потому что еще квартира, патент, туда-сюда. А, чисто это деньги, да? Останется там 35-40, вот столько. Серьезно? Да, ничего не останется. И вот 2 месяца я 3000 отправил. Чего? За 2 месяца я 3000 отправил. Почему? Потому что у меня... 3000 или 30? 3000 отправил. Всего 3000? Да. Почему? Что случилось? Потому что у меня долги, еще там, не знаю, это долги откуда появились, ну... Само собой появился, да. А, ты патент сделал же? Патент, да, вот сюда еще много чего. Серьезно? Серьезно. Ладно, работай, я тебе вот это компьютер подарю. Вот это закончи, да, который без экрана. Без экрана? Работает, очень хорошо работает. Ладно, спасибо за информацию. Мы пошли дальше, дорогие друзья.